Неожиданную похвалу от Ильи Варламова получил Челябинск. Известный блогер назвал наш город прогрессивным мегаполисом. На своей страничке в Фейсбуке он рассуждал о том, как отличаются города России. Какие из них провинциальные, а какие нет. В итоге среди положительных примеров назвал два уральских миллионника. Вот цитата. Города очень разные, не только по архитектуре, но и по характеру жителей. Есть города глубоко провинциальные, большие деревни, а есть прогрессивные, настроенные на развитие. Вот Тула, город глубоко провинциальный, а Челябинск и Екатеринбург, наоборот, настоящие города. Провинциальные города закрыты от внешнего мира, границы интересов населения ограничены своим болотом. Настоящий город, наоборот, открыт к внешнему миру, у него нет границ, и он готов впитывать все лучшее, что есть вокруг. Провинциалы говорят, не надо. Надо нас учить. Городские, напротив, готовы приглашать к себе лучших специалистов. А я добавлю, что ранее Илья Варламов довольно резко критиковал Челябинск, поэтому его похвала для пользователей интернета стала неожиданностью. Слова известного блогера уже прокомментировал глава города. Я считаю так, что сегодня изменения в городе есть, и Варламов, наверное, справедливо говорит о том, что это Челябинск, это хороший город. Его надо любить, гордиться. Я не могу ничего сказать про Тулу, я там не был, так сказать, но я думаю, что Челябинск лучше.